одолжение небольшое. Все покрашены, но не все. Это будет у нас монтаж арочных теплиц 6 на 18, 2 штуки. Вот еще с ним комплектующие арки, которые надо красить. Так что скоро будет у нас видеоцикл про монтаж арочных теплиц. Смотрите, наблюдайте. А сейчас дальше идем. Цены урожая на конкурс-курсору сегодня. Сколько выше на монтаж? Ставить теплицу арочную, 6 метров шириной, 18 длиной. Две теплицы. Под одну теплицу у нас фундамент уже практически подготовили. На вторую еще не готов. Так что будем сейчас разгружать машину и собирать одну теплицу. Ну что, монтаж у нас продолжается. Собрали пол теплицы, поставили каркас, скрутили прогоны только вот нижние. Сейчас будем прокручивать верхние и собирать вторую половину. Торцы подготовлены уже. Ну что, на сегодня у нас монтаж подходит к концу. Доделали мы каркас теплицы, прокрутили все прогоны, также зафиксировали брусу. Торцы обшили поликарбонатом. Тут у нас торец с воротами. В воротах будет еще дверь установлена. Там торец с дверью цельной. Также подготовили боковые фрамуги. Остается на завтра у нас перекрытие поликарбонатом. Всем доброе утро подписчикам канала «Уральская усадьба». Сегодня у нас второй день монтажа теплицы 6 на 18 арочная. Будем доделывать первую теплицу, перекрывать поликарбонатом, прокручивать. Торцы также доделывать. И одновременно будем собирать каркас на вторую теплицу. Пока там вопрос готовить нам, потом будем его скручивать. Начали мы монтаж второй теплицы, каркас собрали, осталось докрутить прогоны верхние, также доделать торец с прогонами, двери и ворота, и перекрывать можно будет поликарбонатом. На этой теплице у нас осталась только дверь в воротах, обшить поликарбонатом, и в принципе она будет готова. Фрамуги, поликарбонат весь уже прокрутили. Также там дальше стоят тоже наши арочные теплицы, только белого цвета. Всем доброе утро и добро пожаловать на канал «Уральская усадьба». Сегодня у нас третий день монтажа, заключительный день. Начали мы перекрывать теплицу. Вчера успели прокрутить каркас до темна. Сейчас будем нарезать дальше листья и перекрывать. Ну что, монтаж у нас подошел к концу, доделали мы первую теплицу, двери в воротах, также докрутили вторую, поликарбонат, ворота и двери. Также были доделаны фрамуги стеновые. Всем добро пожаловать на канал «Уральская усадьба». Представляю ваше внимание теплицу арочную, 6 метров шириной, 18 длиной. Как вы видите, 8 стеновых фрамуг, все они ручного проветривания. Поликарбонат использовался 4-миллиметровый, труба оцинкованная. Труба профильная, из трубы 40 на 20, прогоны выполнены из трубы 20 на 20. И арки в виде фирм. Торец у нас дальний с дверью цельной. В этом торце выполнены ворота, а в воротах дверь тоже цельная. Ворота в виде двухстворчатых дверей, также фиксируются друг за друга.
Ну и были накручены шпингалеты на них. По торцу одета уплотнительная резинка для плотного прилегания поликарбоната. А по низу поликарбонат был проклеен перфолентой и одет профиль. Выполняли монтаж двух теплиц. До этого ставили белого цвета. И без ворот, только дверь цельная с двух торцов. В этом торце ручка у нас нового образца, фиксируется все за крючок, что дверь, также и ворота можно зафиксировать за крючок. Такого плана у нас снизу они крепятся, точнее закрываются. Ручки, шпингалет и сверху шпингалет. На этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые выпуски.